Да, я кидаю синюю джагу пока. Так, короче, чек на АФК. Брун пока тут по себе, Инара. Тимбыч, по возможности закидываешь Денчику, Ганвеста Эршами и Женуэн Адмиралу. То ваши ребятишки по КД Инар сливаете. После пула там на 10 команда у них ушла, сразу кидаете. И вот во время всего боя без команды обнуляете Инара. Присты без команды гимна ману не поют. Женуэн, даешь БР. Блять, погоди, пока тут Брум по себе. Ганвеста, я тебе говорил на Денчике или на ком? Да, я что-то сам не могу, кого подымал. Короче, ладно, еще тем, раз. Типичи подымал. Брун пока тут по себе БР отдает. Ганвеста отдает Денчику. Женуэн Эршами и Тимбыч. Кто там еще хил? И Тимбыч по Адмиралу. То есть на перефазе, когда там трэш ведете, если ты КД кончилось, Тимбыч кидаешь на Адмирала. Опять хоровод, да, начинаем. Да, еще раз, кто сагрит, ГП, да. Уберите тотемы. Уберите, говорю, тотемы, всю хуйню встаньте в один фрейм, раз агрите, блядь. Вы чё, гоните нахуй, что ли? Да это женька тотемы стоят и агрят. Тотемы уберите. Вот через него появится, который тянем. Блядь. Вы чё? Шоки. Это копии уже сами по себе. Так, ребята, без разницы, сколько у вас там танщится мобов, вы просто бейте того, кто вылезет, и все. Вы же можете это сделать, правильно? Лучше бы трэш так сливали. Ну не надо уже его агрить. Пошел, пусть идет. С Богом. Ну вот этого не надо трогать. Следующего сейчас, который появится, прям притягивайте ДК. Враска уже может к нам плыть. Все, друиды, у вас индивидуально каждый хил, я вам говорю, по КД кидайте свои инера нахуй. 10к убавилось, вот Гера прошла, все подзакидывали хилам. Еще раз рыба, может кто прослакал, ставлю. Гевка долетит с Женуэн, я тебя заменю, как просил. Уинста. Ну ладно, сейчас мы тройнем этого босса. Все, чек. Поставьте, пожалуйста, джипса. Карина, ты тут? Ждем Карину. Все, Карина тут, даю отчет. Thank you.
3. Больше дамага по трэшу. Дайте на агре. Два. Рана. Три. В таком же духе потрешу. Идеально просто. Рейда заберите, он бегает один. Три. Ждем, стопнули ДПС. А, там трэш есть, я добиваю. Два. Больше АВЕ по трэшу. Точечно перейдите, чуть-чуть поклюйте. Три. Рейда заберите, беги туда к танкам, сова. Женька заберите, Женек, беги к танкам, не надо, блять, от них бежать. Трэш, свечки не пустые. Тупо бьем трэш. Сливаем трэш. Очень много трэша. Женек, сам вставай. Прям точечно в трэш задолбите весь трэш. Вот так. Три. У кого БР есть? Карина, БР, Женька. Еще раз говорю, дайте на агрить. Потом начинаете долбить масухой своей. Если моб зацепился за вас, бегите через босса. Не надо бежать вдаль, чтобы и танки сагрили, и хилы среагировали. По трэшу больше дамага. Заебало, станет на. Крестака. Трэш, ребята, все в трэш. Оглушение.
Сейчас три будет. Трэш вечно бесит все. Три. Еще один трэш убиваем. Больше АУЕ. Пиздец. Быстрее БР. У кого? Друид, я, блять, уже забыл. Быстрее, быстрее, кого-то БР. БР не тиковато, блять. У кого второй БР там был? Все в трэш точечно сыграли, прям точечно. Сразу по кого-то бахы все. Захил, фул хил. Точечно сейчас трэш убиваем, и следующий пак тоже. Прям просто тупо в трэш сыграйте, только дайте на агрике танка. Вот этот трэш заливаем, больше трэш не трогаем, танки отводите. Ну, точнее, Долоран убегает, Долоран, блядь, беги! Да сдохни уже от него, нахуй! Не заведи туда. Трэш, трэш, время есть, трэш пока побить. Слейте точечно трэш. Три стака. Все в трэш, прям точечно. Следующий трэш не бьем, все в босса свечкаются, танков оверхилим. Ну я хуй знаю, но ты веди хоть. Агрить имбыч на себя, все в босса. Бичу даю зубы. Три стака. Че добивайте, че? Бича положила. Все, что можно, прожал. Четыре. Три секунды не зубы выпустили. Я в ахуе, просто кидает по КД эту ебаную пузыри и все, хуй надамажишь. Подымите. Вот говно. Жнен, я меняю. Конечно, говно. Тебе не надо это, ласт. Это три мне грудь падают просто каждую неделю. И в первом, и во втором рейде. А я что-то три недели подряд ходил, ни хера не видел. Женен, портанись, пожалуйста, с инста, пусть девка заходит. Триня воеду. ГЦ. Да я знаю, отдать не могу, Скажешь, когда разорались? Музор не могу отдать, пишет, у тебя много таких предметов. Ой, там музор лутает все подряд, потом говоришь, что ему ничего не дают. В
старая, я тоже распылить не смогу. У меня такая тоже есть. Я могу распылить. Я это кто? Саня. Вижу. Саня, а ты что? А ты твой DC-шный успех? Way off этот сет. Да, Саша, ё-моё. Я тебе говорю. Карин, да, он мейн танк в ДВ составе, а у тебя твин. Триня ему ушла. У него вот этот Void Перс, он танчит постоянно у нас, он мейн им. Что же так сказать, они не сказали? Лёха, ты тут, нет? Как он скажет, так надо, отдаст тебе, без разницы. Но я тебе говорю, Лёха скажет, Войду отдай. Это раз, во-вторых, нету семиката на твине. Парашу забрать и все на. Все, бейте трэш. Сейчас должны вороночки падать, ребят, понимаете? В смысле, я вот сколько знаю, Карин, Войд всегда присутствует на РТ и всегда ходит, танчит Войдом вот этим ДК у нас здесь. Я хуй знает, он еще с вами с мейном ходит, что ли, состав, или что, я понять не могу. Ну да, последнюю неделю. Как Леха решит, мне похуй, я бы ему отдал, потому что он постоянно у нас в рейде. У Карины нету 7000 ИП. У Карины, да, нету 7000. Где возник? Что еще можно возникать? Не, я не забываю, Вага, ГП за шмот. Сейчас я лупану. А кольцо нового спек заролили? Да. Ну, правило для тринкетов и Т5. А это что, не тринка? Кто-то нас обманул с воронками. Так они падают на последней пачке, а не на первой. А этих тоже падали? Нет, тогда падали только... Саша, падали на прошлом КД. На прошлом, пачка. Я, Саня, был тут, не пизди, я знаю. Одеваться. Май. Старый, ты там РС-ку хотел? Да, полчаса. Гидро с ней пили. Какая нахуй РС-ка. Я о том же.
Все с Вайшей неизвестно, что будет. Что будет, ну. Кем быть в ДД? Гест зашел. Сейчас ждем. Мишань, рули. Зарабатывай. Так я так понял, что ты имел, чтоб я магму носил. Не, я ему написал, я в душе не ебу, как без локов тут играть. Он говорит, Миша пусть отрабатывает. Так у нас же есть лок. Давай, давай, давай. Девка у нас есть. Я просто предлагаю девке тусоваться в центре, не назначать его ни на какую метку. Оттуда, откуда рот. Рот чей-то скажет. Он любой. Будет подбегать к той метке, где есть зеленый, да. Потом порталом блинковаться. А в это время, пока ебланя в центре будет, там же эти будут, как их. Ну, такие же мобы, агрицы, которых в центре танчат. То есть их долго. Видишь, ты все знаешь. Не-не, я не знаю, я предлагаю. Ты все верно предлагаешь. Все, Мишань, давай. У меня уже, блядь, старый. Краб, не краб. Старый теперь как предложил, так и исполняй. Панзера, Кирс, Провокатор. Кому из вас нужна Вайш? Тебе нужна. Враска, тебе нужна Вайш? Мне не нужна. А, не нужна? Не нужна. Он еще сидит. Ну все, тогда сидите. Замени. Ну ты-то холипал, пускай хилит. Все нормально у нас, и по хилам, и по всем. Ой, сиди, у тебя дальние же двоих. Че, были воронки? Не. Одна. Зависит одна. Не, имеется в виду, сейчас уже не было. У черепа рыбу поставлю.
А сколько раз за боссов начисляли? Еще раз. За боссов сколько раз ЕП начисляли? Все разы. Все разы. Я ни одного не проебал. Так, чек на АФК. Народ распределю. Погнали по миликам. Фрэнсис Череп. Здесь тоже саппорты? Ну, я не сторонник здесь, если момент. Честно. Если, да, то... если как бы боишься, ну, то лучше саппорт. Если короче, не хочешь верить, сдохнуть, то... давай Лёхиными словами. Не хочешь сдохнуть и получить ГП, пей саппорт. Вот так скажу. Лучше выпить. Честно. Сдохнешь без саппорта, въебу ГП. Так, ладно, все тихо. Фрэнсис, череп, гречка, трусы. Пухан, ромб. Враска, звезда. Рога, крест. Вага, череп. Трусы, никитос. Ромб, Проня, Тимбыч, звезда, Лич, крест, я, череп, Мозер, трусы, Вар, звезда, Женек, ромб, Япончик, крест. Фарада, череп, трусы, бегаешь тудым-сюдым. Девка в центре тусуется. Бегает туда, где зеленый. Хилы. Денчик, череп, адмирал, трусы. Карина, звезда. Быстренько, ревок. Ромб, Эршам. Пока тут крест. Девка, только П ты ебанешь, чтобы баф и сел. Пускай там передошится. Кому не сказал, где стоять? Ганвеста. Сейчас. Ганвеста, ромб. Будешь помогать бегать. Крест, ромб, звезда там. Короче, ну стоишь в ромбе. У кого появится зеленый, во все горло орем. Девка туда уже бежит. Поставь фрилот. Фрилот. Каждый сам за себя, все есть. Мишаня. Ты, ну, я тебя ждал. Короче, по тактике, те, кто не знает, мы первую фазу, мы его просто бьем бурстим, на пул даете в Фрозена. Потом активируются вот эти вот генераторы. Гречка, там, где ты стоишь, у тебя будет там, ну, вообще во всех этих метках будут выходить водные элементали. Милики играют по этим элементалям всегда. РДД, если мимо вас проходит страйдер, вы играете в приоритете по нему. Только не срывайте агрос войда. Также будет в этих метках внизу появляться... зеленый. Его надо как можно быстрее запинать. Потом, когда зеленый умирает, с него лутаете магму и кидаете его в гевку. Эта магма появится у вас в сумке. Если вы не знаете или первый раз ее лутаете, лучше вообще не трогать, ее кто-нибудь подберет. И все, потом 4 генератора. Гевка это закроет, там начнется уже ласт-фаза. Ханты и я, и Ганвеста. Пускай играет по скатам, скатов убили, будем играть по вайше. Также на протяжении двух, первой и третьей фазы будет кидаться, не помню, как называется, дебаф. Там молния такая на вас будет. Вы просто с этим дебафом выбегаете из рейда. В принципе, все. А в кого магму кидать еще раз? Скажи, в девку. Пожалуйста. Метка звезда. Этот, забыл сказать, Эршам, стараешься ближе к центру тотем на ха ставить.
Женек и я тотем сопротивления сил природы. Мы на противоположной стороне ставим у друг друга. Войт потом танчит страйдеров, коват уже на вайши и этих мелких. Мазер, адмирал. Фрэнсис, маскит. Фрэнсис. На пол войда. Гречка, видишь, на Никитосе молния? Вот такая же будет появляться на третьей фазе. Когда будут элементали, милики, не убегайте вниз, чтобы хилы вас могли нормально подхилить. Мобы, когда сюда уж подымутся, тогда уж можно убить. За зеленым, конечно, спускаемся. 5%. Да ничего. Все, милики, уходите по своим меткам, сейчас РДД добью. Девка. Если в вашей метке появился зеленый, сразу озвучиваете в чат. Либо письменно, либо в голос. Личкайся и дебей. Если в вашей метке страйдер вышел, тоже озвучиваете. Эйнеру по шаману в пятой пати дайте. Зеленый в трусах. Ну быстрее, быстрее. Полутали магму, кинули в гевку. Бля, я враску в черепе не наблюдаю нихуя. Странник. Страйдер в трусах, забирай его это. Ну, враска в гевку кинь. Ой, враску, говорю, Фрэнсиса, блядь. Еще это назвал. РДД по страннику играет. Мелики, вы остаетесь на этих элементалях. Вы не трогаете страйдера. Гречка, отойди, он феряет. Зеленый в черепе. Ой, да-да-да, в черепе. Менталь подходит, клавиш. Не успеем сказать. Долейте ли менталя в мелизоне? Не успели. Не успели. Почему в черепе так мало? Фрэнсис, ты где? Хант нахуй. Вижу ханта.
Странник звезда. Звезда это. Странник звезда. Еще раз говорю, Фрэнсис, ты в черепе, приволоки свою жопу сюда, зеленый в черепе. Старый, ты заебал, да бегаю я здесь и знаю где. Зеленый опять в этом, в черепе. Успели, нет? Успели. Да, Фрэнсис получил. Рога, вернись, пожалуйста, ребята, в крест. Помогите в кресте. Рога на гвардейцах сидит. Он уже давно там сидит. А у него... Ему сказали сидеть на гвардейцах. Флот, убейте. Звездочки. Звезде, зеленый звезде. РДД по страннику. Брусиалага в гевку кидай. А что такое двигаться не могу? Блядь, магму в гевку. Открой инвентарь, найди порченную магму. Зелененький хуйня, молодец. Ром, помогите добить. Класс генератора остался. Зеленый череп. Кто-то должен, кто-то поможет донести. По гвардейцу играйте там. Помогайте добивать маму. Вага, поможешь. Девка, к череп. Кидай. Играйте по гвардейцу. Из странника долейте. Адмирал, ты поможешь. РДД в странника. Сейчас скажу, когда. Скажешь, я готов. Кидай, 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 кидай. Все, закрыли. Сначала странника РДД заливают. Уводи босса на край. Ската. Скат, уведи его на край. Скат, когда его. Мозер. Мозер. Блять, опять купол ебаный. Лужа. Тот вот заберем. Лок, выйди из лужи. Не стою. Девка. Можно диспелить? Фрэнсис заряд. Да. Я в пожалуйста, в сторону по тебе ориентироваться, и РДД будет за звездочкой бегать. Окей. РДД и хил. По Денчику и на. Все звездочки. Дим на ману, да, япончик? Стою. Старик. Ката. С дебафом не стоит, что это в рейде стоит дебаф. Никакой Геру. Блять, да вижу, я сам Геру, да. 15% будет. Ушлер же дает. Звезду встаньте, РДД еще раз. Ганвест там. Каты. Отведи чуть-чуть. У вас как раз лужа. В другую сторону. В другую. Япончик лужа вышел. Ладно, РДД перебежали. В ту сторону ведите. И... Хаты. Шли РДД. Лужа. С дебафом не стоит.
Ката. Женек. По скатам играть. Последний скат сольем и в боссу будем. Старик. В босса все. С дебафом выйдите. Вышли из лужи. Сейчас лужи будут сыпаться очень сильно. Давайте. Так, воронку сразу кому надо, не башьте. Так, чё там, кто там? Конвест. Фара, задай портал. А сегодня все, да? Да. Не расходитесь, спать и никто не выходите.